Мы стараемся изучать различные языки. Вот я хорошо понимаю украинский язык и белорусский язык. И даже с нашими братьями-поляками мы разговаривали на польском языке. И я понимаю, что это все диалекты и корни единого праязыка, на котором говорили наши славные великие предки. И, друзья, я могу сказать, что во всех языках самые ключевые понятия, такие как род, как дружба, семья, они звучат единым образом и несут единые образы, которые являются едиными для всех родов. И в этих образах заключена вся суть жизни. Мои предки жили в Беларуси, и сейчас мои родичи многие живут в Украине, и также живут и в России. Мы за единение наших родов, мы за единение наших культур, мы за единение наших традиций. Русичи, объединяйтесь!